Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить снайпер призрачный воин. Я не стал никого трогать, потому что вы помните, какие были проблемы, когда я всех трогал. Он, по-моему, там еще должен встать. Я еще, блядь, и без записи здесь побегал, пытался попасть. Это очень тяжело, я вам, ребят. I'm in, and I have a feeling I'm not alone down here. Have a look around and keep your eyes peeled. There's probably cameras down there. Так, аккуратненько. Я не знаю, сколько их здесь. Так, быстренько изучаем, потому что хрен знает, когда он придет. Так, вижу еще. Как там менять камеру? Frank, looking over some security cam footage. Фрэнк, смотрю записи с камер наблюдения. У этих людей снаряжение похоже на то, что... I'm already downloading the footage. That'll do nicely. Get out of there as soon as you're done. The tunnel gate's just closed right in front of my eyes. Shit. Да сука, блять, когда это авто... A tunnel network like this must have some sort of ventilation system. Maybe you can use that. Worth a shot. Блять, это автонаведение меня скоро выбесит. Ну, слава богу, что здесь чекпоинт должен был сработать. Меня из-за этого спалили внутри, и кажется, я еще тут не один. Посмотрите, будь начеку, там могут быть камеры. Он меня просто выписал. Так, и есть. Вот как раз его я и обозначил. Frank, looking over some security. Так, это я уже читал. These men are wearing similar gear to what we saw in Missouri. Коджи. They must be part of the same group. Try to gather some concrete proof. I'm already downloading the footage. Уже загружаю видео. Get out of there as soon as you're done. The tunnel gate's just closed right in front of my eyes. Shit. They must know you're there. Any suggestions? A tunnel network like this must have some sort of ventilation system. Maybe you can use that. Worth a shot. Да сука, блять! Я сейчас стряхнусь. Задание самое сложное, которое. Автонаведение. Так, ладно. Я понял, что сейчас можно будет сделать. Frank, looking over some security cam footage. These men are wearing similar gear to what we saw in Missouri. They must be part of the same group. Try to gather some concrete proof. I'm already downloading the footage. That'll do nicely. Get out of there as soon as you're done. The tunnel gate's just closed right in front of my eyes. Shit. They must know you're there. Any suggestions? A tunnel network like this must have some sort of ventilation system. Maybe you can use that. A shot. Я знаю, что здесь еще один чел был. А, все? А, их трое, да, точнее, было. Ну, меня спалили. Отлично. Мне главное чекпоинты дайте. Просто главное тактику знать и все. А, кстати-ка, давайте я кое-что проверю. Так. Видите, так не работает, да? Секунду. Так, да, потеряно. Это потому что я его отсоединил только что. А, видите, не работает, прикиньте. Так что нет.
Это с игрушкой проблема, это не то, что они конфликт, конфликт какой-то, это игрушка такая просто. Какой-то баг просто в ней такой просто случился и не хочет нормально запускать. И куда это, блядь, меня приведет, мне даже любопытно. А, еще выше? А я мне показал спуститься. Угу, конечно, спуститься, блядь. Я даже неожиданно, я даже в шоке, я бы сказал бы, что я выполнил это задание. Ну как выполнил? Сейчас я стопудов, где здесь кто-то будет. О, новая пушка открыта. Отлично. Там, по-моему, М-ка. М4А4, если я ничего не путаю. Вы кто? А, блядь, эти маски. Не стреляй. На колени, Норт. У Рамази есть предложение. Лежать. Не самое популярное решение, я бы предпочел стрелять. Застрелить тебя, твой брат погиб. Когда? Как? Я убил его, но он был готов к этому, Джон. Даже рад. Ты пытал его, сукин сын? Ты веришь в воскрешение, Джон? Ах ты скотина! Ты ведь веришь, не так ли? Это и самое, это и есть мое предложение. Воскрешение? Ага, ты спятил. Я Армази. Черт, я уж думал, слава богу, Роберт! Подойди, я все объясню. Я прям как чувствую. Убери. Отключи связь. Хорошо, да, ты все верно сказал, Джон. Мне было тяжко жить в одиночестве и неверии. Я был полон сомнений, вопросов и сомнений. А теперь наступила ясность, абсолютная ясность. Что они с тобой сделали? Показали мне будущее, брат, и я хочу, чтобы ты пошел со мной. Сообщество 23 повсюду. В твоей обожаемой церкви, в твоей любимой морской пехоте. Да, безусловно, тайна международная машина смерти, собирающая изменить мир. Эх, Джон, сначала тебя не замечают, потом над тобой насмехаются, затем с тобой сражаются, а в итоге ты побеждаешь. Можешь пойти против нас, но мы победим. Значит, корчишь из себя Ганди, чтобы оправдать убийство детей и реки крови исповедителей? Ты стал террористом, я воин-призрак, один из многих. Если выживешь, только сильнейший, мы покажем людям их силу. Какого черта, Роберт? Я знаю, звучит невероятно, я сражался как зверь, когда меня захватили. Но сколько не пытался сбежать, они словно читали мои мысли. А еще не мне показали кое-что. Выслушай меня, это ультрасовременная научная разработка. Единственная в своем роде. Тот шлем, что я выбил у тебя из рук. Если бы ты держал пончик, и мой выстрел попал бы прямо в дырку. Прости, друг, но на такое я никогда не способен. Видишь, я ястреба убил. Нет. Поэтому я и убил Роберта и переродился как Армази. Они творят чудеса с твоим телом. Тебе будет подвластно все. Нам пора, босс. Позволь нам пробудить и тебя. Воскресни, как один из Джон. Идем с нами, проверь. Что-то у него, блядь, крыша поехала, конечно. Пора, птица. Что же с тобой делать? Что за ересь вбили в твою голову? Я люблю тебя, брат. Да. Ну, вообще-то за призраков мы уже играли в первой и второй части. Но они такой хуйни никогда не говорили. Бред какой-то, он сейчас просто сказал.
Это даже больше, мне кажется, и не Роберт. Он, знаете, как будто под гипнозом. Только вот не говорите, пожалуйста, что финальным боссом будет Роберт. Ну это бред. Я думал, это конец. You did good. Ты справился. He looked me in the eyes. Он мне прямо в глаза смотрел. You did what you had. Ты сделал все как надо. Так оно и происходит. Просто нажимаешь на пусковой крючок. Убиваешь ты или убивают тебя. That boy I beat up. Тот парень, которого я отделал, он сказал, что ты там умрешь. И вернешься домой в черном гробу, как те солдаты из новостей. Я вернусь целым и невредимым, обещаю тебе. Никакого Афганистана не хватит, чтобы разлучить братьев Норд. Слышишь, Роб? Я к тебе обязательно вернусь. Я даже быстрее него. Слава Богу. А то же бывает такое, что я вообще не успеваю, потому что они резко могут убрать субтитры. Да. А мне, кстати, был любопытен этот момент, что же случится, как он победит этого волка. Либо Роб придет, поможет ему, либо как-то вывернусь из этого. Ну вот нам показали, слава богу. Так, время 13 минут. Вы что, угораете, блядь? Я не 13 минут, блядь, это проходил, я гораздо больше это проходил. Robert's gone. Роберт жив, что? Он выехал из страны? Что случилось, Джон? Роберт мертв. Нет его больше. Он умер и воскрес. Он наш враг. Помедленнее, сынок. Он Армази. Роберт это Армази. Но как? Сообщество 23 создает суперсолдат. Роберт угодил к ним в лапы. Снайпер, который сделал тот сумасшедший выстрел на свадьбе, это был он. Погоди минутку, Роберт? То есть это... Тайное сообщество реально существует? Оно так же реально, как ты или я. Сделай глубокий вздох. Успокойся, сделай глубокий вздох. Я вообще дышать не могу, господи. Ладно. Сообщество 23 его хватило, над ним ставили какие-то опыты, улучшили ДНК, реакцию, все такое. Дали ему супероружие, превратили его в какого-то странный эксперимент. И он гордится. Он хотел, чтобы я к нему присоединился, мы слышали слухи. Он говорит, они повсюду, выше эшелонах власти, в армии, даже в морской пехоте. Говорит, мы окружены и даже не подозреваем об этом. Не бойся, Джон. Твое ближайшее окружение — это мы, а мы на твоей стороне. Лидия права. С этой проблемой мы можем справиться. Это не проблема, Фрэнк. Это сраное предательство. Это измена. Фух. Джонатан Норт, памятуя о ваших подвигах в логове, я бы хотел поручить вам новое задание. Мой человек знает господа Симмонса, но чтобы доверять вам, он должен встретиться с вами лично. Отправляю координаты. Ну, что-то вот в этом роде. А откуда он вышел? А, вот прямо оттуда, да? А, ну да, смотрите-ка. Вот, я из этой шахты... Блять, чего? Ребят, я не могу пошевелиться, я даже на клавиатуре с мышкой пытаюсь, я не могу пошевелиться. Чё за баг? У меня вообще ничего не работает. А чё за баг? Ладно, ребят, я сейчас перезапущу тогда игрушку и вернусь буквально через секунду. Так, как я и обещал, я перезапустил игру и сейчас всё нормально работает. Не знаю, в чём был баг.
Но в чём-то был баг. Да. Я бы хотел посмотреть на эту М4А4, как в КС-ке. А вот это, блядь, ну, похоже, я бы сказал бы. У нее урон, кстати, слабый. Я не знаю, можно ли как-то этот урон улучшить. Вряд ли, конечно. Барабан. Глушитель можно надеть, отлично. Но проблема в том, что у нее по сравнению с тем же самым калашом урон слабый. Я не знаю почему. Это, конечно, большой бред. Снижение шума. Так, глушитель нельзя деть. Пулемету, да, это точно. Все, что ли? Но есть лук в ночь же. Я не знаю, насколько он, блядь, лучше, чем вот... Вот этот лук, но этот лук был очень хорош. А чё это? Origin 12. Я, блядь, думаю опять на калаше, блядь, побегать, потому что, во-первых, урон у него будет больше. Чё здесь опять появилось? Какой-то камуфляж. Статика на калаш, можно другой прицел одеть? Оптика. Оптику, статика, нельзя одевать. Барабан тоже нельзя почему-то. Обзор до сих пор закрыт, статика. Хрен его знает. Я сейчас пытаюсь посмотреть, где опять что появилось. Ну потому что нигде опять ничего не пишут, что где-то что-то опять появилось. Может, давайте-ка я револьвер просто куплю и посмотрю, что у него. Может, у него что-то не? Так. По-моему, гардом я пользовался. Да, у него вот такой еще классненький глушитель. Знаете, как Far Cry 5 можно поставить такой же. Другие глушители нельзя поставить, побольше обойму нельзя поставить. А могли бы сделать, по-моему, в какой-то то ли части GTA можно, по-моему, в пятой части GTA можно поставить такой большой прицел, что он прям будет выдвигаться. Можно, кстати, вспомнить еще Мафию 2, где там, по-моему, такой же пистолетик давали, то ли в дополнениях, то ли нет. Может, я вообще ошибаюсь. А в чем прикол? Что опять где открылось? А, нет, стоп, это верстак, там что-то есть новенькое. Ну ладно. Все. Блять, когда же новая броня станет доступна? А, все, я нашел, что новенькое появилось. Давай-ка посмотрим, что у нас там. Появился тепловизор, а нахрен он мне хрен его знает. Да ладно, ты опять угораешь надо мной, что еще открылось? Я просто не понимаю иногда эту игру, там что-то открывается, но я не понимаю, что открывается. Что у нас там, 28? Хватит пока еще. Ножи я редко вообще пользуюсь. Не, я прикола не понимаю. А где что открылось? Я просто не, ну, не вижу. Возможно, вы заметили. А я вот слепой просто. Так, игрушка, я понял, издевается надо мной, да? Так, давайте-ка я посмотрю, что у нас там по карте. Дневник.
Дальше у нас задание мышеловка. Так, секунду, хотелось бы посмотреть, сколько у нас там было заданий. 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, да? 8, блять, не туда нажал. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, 3 задания, возможно, еще впереди. В этой серии, я думаю, одно еще задание можно выполнить. Я потому что не знаю, насколько оно будет долго или нет. Куда ехать? Стоит ли перемещаться? И чё? Я не понял, задание где-то он там показывается. 113 метров. А, мне просто на машину надо сесть. На просто машину сразу обозначили. Так что за какой-то у меня опять приглашают куда-то, блядь, что опять в КС-ку пригласить? Не знаю, ну либо мне померещилось, блин, либо звук чисто из КС-ки. Ну не то, что КС-ки, а из Steam, знаете, когда вас приглашают в КС. А вот точно так же. А! Да вы чё, не шутите? У нас, походу, новая локация будет доступна. Ну, вообще круто, потому что первая и вторая локация мне уже поднадоела, если честно. Да, иногда хочется побегать по первой локации, потому что вторая мне тоже поднадоела уже. Поначалу было круто. А, блядь, я сразу за эту дорогу, блядь, не увидел, прикиньте. Вот я слепой. А то ли горизонт, который мы впервые дохотели отвоевать, но что-то у нас не получилось. Ну да. Потом, конечно, я научился отвоевывать этим лампостом, у меня получилось. Дальше мне снова придется учиться, потому что это тяжело здесь стрельба. Я выбрал что такой средний уровень сложности. На ПК бы я бы уже, наверное, бы уже давно бы уже дальше бы прошел, но я как бы и на ПК сейчас играю, но играю я именно на DualShock 4, это геймпад от X. Фу, чуть не сказал Xbox, блядь, от PlayStation 4. И сами понимаете, что мне в разы тяжело. Здесь еще автоприцеливание как-то работает коряво. Управление, блядь, какое-то косячное, я бы сказал, да. Подожди, как? Ага. Ладно. Ну, как я понял, мы еще будем возвращаться в старые локации. Получается, я еще напоминаю вам, ребят, надо еще убить 6 целей. Те, кто не понимает, о чем я говорю. Говорю я вот об этих целях, разыскивается. Осталось их 6, можете сами вот посчитать. Буквально 6 человек, я надеюсь, что они будут в последней локации. Чтобы, знаете, нам бы их уже убить и все, радоваться жизни. Да хотя бы, знаете, чтобы двоих можно было убить как-то по сюжету, чтобы идем на точку, где... Ну, сюжетное задание. И как раз он там появляется неожиданно. Вот не было его, и вдруг он появился. Я хотя бы вот так сделайте, чтобы мне их точно бы уже хоть несколько я бы уже выполнил. Ну, здесь, наверное, минимум трое будет сразу или четверо показываться на карте. Но посмотрим. Опять загрузка, которая будет идти миллионы лет. Классная загрузка здесь. Прям GTA 5. Не буду врать, GTA 5. Есть и в играх, которые быстро грузятся, а есть некоторые нет. Вы главное ничего не говорите, пока загрузка не пройдет. Действие 3. А напоминаю, их 4 действия.
Нет более жестокой войны, чем та, что ведет между братьями. Ведется Говард Субер. Не люблю это повторять, но я чертовски хороша. Любишь? Давай за работу, у меня нет настроения. Мы знаем, что Василиска спугнула американец, который что-то вынюхивал каменоломню. То есть ты, Джон. При этом он так передрейфил, что перевез Флостов в более безопасное место. Цицирую. Флостов и драгоценности уцененных. Но я все думал, что от него нужно сопроситься. Теперь я практически уверен, что от него он держит сообщество 23. Боже, ну ладно, какой этот Колосович? Михаил Колосович, политик гнилой до мозга костей. Думаю, Флостов в старости лаборатории, которой он раньше пользовался, где работали пленные инженеры. То есть наша задача найти Колосовича. И я это знаю, где он. Надеюсь, Роберта еще может спасти. Надо попробовать. Мне кажется ли, у меня машина сама двигается? Ага. Давайте посмотрим теперь на эту карту. Ага, смотрите, вот один. Так, два, три, четыре. Но пока больше нам не показывают. Четыре. Хотя бы, чтобы двое было, знаете, в сюжетных заданиях. Уедем мы, наверное, с этой локации сюда, уже куда-то на сюжетное задание. Вот сами можете посмотреть. Финалки. Будет там. Так, есть четыре. Давайте-ка вот это прокачаем. Хороший навык. Скоро здесь четыре будем. Вот это прокачаем. Ну, посмотрите, у нас уже почти все навыки есть. А мы не можем просто переместиться в это убежище? Ну вот честно. А, во время задания этого сделать нельзя. Ну ты что, дурак? Зачем тебе во время задания перемещаться? Легкой жизни что ли захотел, я чуть не понял. А ну-ка едь давай. Вот так нам игра и хочет это сказать. Видишь, не перемещение мне, а пытка. Здесь перемещение. Ага, я прям угадал. Там какой-то картина или что-то редкий предмет. Это считается, знаете, как в Макс Пейне надо искать золотые пушки. Конечно, ими воспользоваться нельзя, но их найти можно. А я про третий Макс Пейн, который создавали Rockstar, а не первые два, которые создавали Remedy. В первых двух там тупо идешь по сюжету и хорошие трюки делаешь или голливудских блокбастеров, скажем так. Ну да. Макс Пейн на канале когда-нибудь появится, но пока не знаю когда. Надо, надо. Я в скором будущем уже буду проходить именно снайпер призрачный. Блять. Фу ты, снайпер призрачный воин, блять. Снайпер элит версия 2 ремастрит. В скором будущем. И закончил некоторые игры проходить. Почему вот именно всегда надо лазить? Ой, ёка-баба, это чё, бывший бункер? Смотрите-ка, походу на то. И как место выглядит? Ёкерный баба, а мне нравится. Мне нравится. Ноутбук, всё просто шикарно. Давайте-ка я изменю раскраску. Я так жизненько пролазил, посмотрел, что там. Бродяга, что это за бродяга? Ой, не, что-то не очень подошло. Знаете, а что, прикольно, согласитесь, да? А давай вот этом. Так, а раскраску нельзя, да? Пока ничего новенького у нас не открыто, хотя игрушка мне до сих пор показывает, что
Что-то есть, блядь, что-то есть. Я вот смотрю внимательно при вас. Вот можете вот вниз посмотреть, в нижний правый угол, и увидеть, что там ничего новенького не появляется. Либо я слепой, либо я не знаю, что за хрень творится. Ржавая корыта у нас попалась. И именно вот больше патронов вот здесь. Почему здесь нормальный патрон не... А, начать работу. Нет, не надо. Так, вот три, да, все. Незваный гость. Дополнительные задания, как я понимаю, здесь тоже будут. Вижу мэра, вот же пронывлю ублюдок. Он идет на встречу с львом Трапч. Трап? Он как раз в списке самых опасных. За мэром следит охрана. Мне хотелось бы связаться. Проще устранить Трампа, и мэр Кришука убежит в деревню. А там с ним уж можно разобраться с командой. Удачной охоты. Конец связи. Да? Ну, у нас есть просто еще одно время на одну миссию. Давайте выполним. Так. Ага. Ага. Где, блядь? Я что-то не понял прикола. Смотрите-ка. Наконец-то, блядь. Далеко ехать? О, блядь, 770 метров. Ну, там перемещение мы откроем. Ну, вот наша главненькая цель, про которую нам сказали. А, смотрите-ка, один, два, три, четыре, ну и пятый. Смотрите-ка, как я и предполагал, походу, еще последний откроется в сюжетных заданиях. Выбираю, например, вот сюжетное задание, и нам же говорят, что вот там есть еще один человечек, которого ты можешь убить. Так, основные задания. Подожди-ка. Ну, знаете, локация такая прикольная. Здесь дамба даже есть, смотрите-ка. Она поменьше даже, я смотрю. Так, ладно, садимся. Не тянем время. Не тянем быка за рога. А едем. Это последняя локация, в которой мы побудем. Я не знаю, что там будет дальше, потому что мы с этой локации явно уедем куда-то. Но, по-моему, можно было заложника спасти. Ну ладно. Я вообще не понимаю, куда я еду. Такие, блядь, повороты, что я офигеваю. Просто, опа, здорово, ты кто? Ты, что вообще такое? Чё здесь кто похоронен? Блядь, кто делал эти дороги? Я чуть не понял, блядь. Ребят, ну вы это видите сами. Подожди-ка. А, я понял. Я по тропинке уже катаюсь просто. Все ясно, все понятненько. I'm climbing up the hill. Я поднимаюсь на холм, подхожу. Так, а только осторожно, сепаратисты по-любому подшепчут или что-то в этом роде. Давайте уже добежим, да пофиг. Ага, там и снайпер, смотрите. Чем-то, знаете, напоминается первый Far Cry, там, где надо залезть на высокую местность,
и оттуда у всех рассмотреть издалека. Вот чем-то вот напоминается вот. А также мы смотрели вот с горы. А здесь, конечно, был океан или что-то вроде вот так вот разделялось. А вот здесь где-то была локация, где надо было попасть туда и всех убить. Да, тогда еще по стелсу нельзя было ходить. Нет, почему? Можно, но... Как бы, но это было сложно. Roger, be on the lookout for enemy movement. We're being shot. Я смотрю, этот чувак отключен, да. Солнце вообще в другую сторону. Так, здесь какие-то следы. Они могут привести меня к сокровищу. Так. А как там? А. Изучить. Уже немного подзабыл. Куда-то нажимаешь, чтобы инстинкт работал. Я что-то не понял прикола. Где ты видишь патроны-то, блядь? Либо я слепой, либо игра меня наебывает. Не, походу игра наебывает. Армейские ботинки. Один боец. Патрулирование. Не, это прикол, да? Подождите-ка, я понял прикол. Не игра меня наебывает, это я дурак. А что дальше делать? Может дальше просто пробежаться? Так, добраться до снайперской позиции, сжать объект, зачистить территорию, да? Ноль базара. Я прикола не понимаю. Ага, вижу, изучаем. Армейские ботинки, один боец. Патрулирование. Я же видел здесь следы. Смысла немного не понимаю.
А, блядь, это так светится просто. А это следы, похоже, что те, кто здесь ходит частенько. Вот этих мудаков. Слишком много объектов. Давай-ка допросим его. Здорово, чел. Start talking. You can find resources over there. А! Чего, блядь? Здрасте, блядь. Страсти накаляются. Ладно, добежим, блядь. Да, так вот теперь понять, где здесь залезть. Да. Я просто выгораю над собой. Красавчики. Блять, проще уже, знаете что? А, ну давайте я дойду уже. А, это было спуститься. Так, ну здесь можно еще залезть как-то. А вон там где-то можно залезть, это уже точно могу сказать. Потому что мы уже были там и знаем об этом. Ой, да. Уж извиняюсь за такую ошибочку, грубую, скажем так. Но по-другому я не могу. У меня всегда что-то идет не так. Все, теперь я не лоханусь. Пообещал, что не лоханусь, и сам же лоханулся в эту секунду, блядь. А что, кстати, с этой вышкой? Что случилось? Ну, не знаю, он жестко напоминается. Мы тоже так же поднимались. И да, как раз тоже смотрели. Небольшая, что ли, отсылочка, я бы сказал. Ну, все. Нажаться на писку. Я на месте, прием. Подтверждаю, по моему сигналу. Target found. He's got company, though. Вижу цель, он там не один. Рядом еще есть люди. Нельзя упустить, чтобы позволяли гражданские стрелять только когда есть цель в прямом видимости. Ты даже. Ты сможешь так, да? Ну, я смогу. А, вижу наблюдателя, скажем так, снайпера. Ну, я бы не сказал бы, что народу уж так уж много. Я бы даже сам сюда подошел бы и все их расстрелял бы. Ну да, потом бы мне пизюлей, конечно, дали бы. Я еще осмотрюсь. Вижу снайпера на балконе. Ладно, я надеюсь, что больше никого нету. Так, давай-ка я возьму бронебойные патроны. Чего, блядь? Я же не нажимал, сука. Я вам отвечаю, я не нажимал. Это сейчас косяк был игры. Большой косяк. Так. Так, ставлю на 150 тогда. Sniper down.
Снайпер убит. А, так, 250. О, снайпер, очко получено. Но там 2 очка только. Ага, вот 2 цели. Ветер идет туда, значит, надо вот сюда наклоняться. Тоже хватит. А я просто еще за, за ветром начал наблюдать. Мэр погиб? Тогда, если его нельзя убивать. Что ты делаешь вообще? Я что-то не понял. Разведайте территорию и найдите объект. Вот теперь частенько я буду наблюдать за этим, да? I see a sniper on the balcony. Почему этого не обозначает? Чё, обычный рабочий, ну ладно. По-моему, всех обозначил, как в прошлый раз. О, сейчас нормально, я рад. Я уже даже запомнил. Снайпер down. Я еще поправку на ветер теперь начал брать. Так, и мне было любопытно, где там челик был. Ага. Да, это обычный. Shit, mortar. Черт, Мартила, лучше отвлечь охрану до того, как я буду стрелять. А, так, а чем бы можно было бы их отвлечь? Fuck, the entire outpost is on alert. Quick, the target's on the lab. Shoot him before he gets away. Мэр погиб? А кого же я, блядь... А, блядь, я, наверное, перепутал их. Я, блядь, я не понимаю, которых мне надо убить. Как бы, может, это, конечно, и не кто-то из них? Так, я даже смотреть-ка, я уже обозначать не буду никого, потому что я уже запомнил, где кто. I see a sniper on the balcony. Sniper down. Два очка в снайпере сразу добавилось? Нифига себе мощный. А чё, блядь, два? Мне не померещилось? Так, еще один был на горе, вот, там он. Чего? А, вот, вижу. Shit, mortar. Better distract the guards before taking a shot. А, вижу. Shots nearby. Fuck, the entire outpost is on alert. Quick, the target's on the run. Shoot him before he gets away. Get down now.
А где? А, я понял, что у меня проблема, блять, у меня же не бронированные, блять, эти пули. Все, давайте заново. Так, и как здесь загрузить контрольные точки? Да, загружаю, блять. А, я, блин, патроны. Ну, блять, слепой, блять, что тут сказать? Так. Давайте уж обозначу вот эти хотя бы двоих. Потому что я, когда целился, я потерял их. See a sniper on the balcony. Так, ну на него, по-моему, я... А, нет, а давайте-ка... Успокойся, блядь. Давайте уж на всякие пожарные. Их и не так уж и много. Хватит, вот, а, 3... 6, 7, 7 человек. Снайпер down. The entire outpost is on alert. Quick, the target's on the run. Shoot him before he gets away. Target's down. The mayor's on the run. They know your position. Get out of there before they light your ass up. Так, разыскиваются. Чего, блядь? И где контрольная точка была, блядь? Мне любопытно, блядь. Разочек, блядь, высыгнул, все, я труп. Это реально... Чего, блядь? Ребят, давайте я уже это вне записи сделаю, потому что... Только что, блядь, это выполнил. Хотя... Просто достаю сразу это. Я не понял, почему... Второй, блядь, раз просто этот снайпер, блядь, не дохнет с одной пули. Что, добьем уже оставшиеся? Где кто? А все, ну двое осталось. Бля, я потерял. Ладно, уходим с позиции, заканчиваем серию. И так уже. Затянул. А и недалеко уходить.
не убивать мэра Клосовица, а покинуть территорию. А почему не убивать? Я не понял прикола. Меткость, да, хреновая. Да я случайно еще первого снайпера выстрелил раньше срока и даже не нацелился. Случайно чисто выстрелил. Джон, выйди со мной на связь перед тем, как... Зачем? Я просмотрю за менеджером Красой и отправлюсь за ним в деревню. Когда я выясню его точное местоположение, ты дашь мне знать? Не вижу смысла тратить время на патроны. Спасибо. Наконец, добрым словом, можно много добиться, морпех. Пожалуйста, конец связи. Да, конец связи. Что у нас там? Заданий пока нету. Давайте уж в следующей серии побегаем, повыполняем вот эти задания, убьем их. Я даже не знаю, где первое лучше бы начать. Вот эту что ли, блин? Ну давайте я сюда перемещусь и доеду вот так вот. А тогда увидимся мы с вами уже в следующей серии. Спасибо всем, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи.